классное, вы знаете. В азиатского сейфа, то в Сибири называется, вам знакомое место? Конечно. Большое, бескрайнее. Я в Чтинской области жил в свое время. О чем речь. Поэтому те, кто, у кого там бизнес со своих барышей, плюс он к тому, что делает государство, ну, дополнение. Я надеюсь, что тебе это дополнение поможет. Здесь на 1 000 000 рублей сертификат, сейчас карточки возьмут у тебя все. Тебе на карточку 1 000 000 придет, хорошо. И просьба какая, мы сейчас из того, что ты рассказываешь, дашь своего гранатометчика телефон, свяжемся с семьей, и ему точно так же 1 000 000 перечислим, хорошо? Хорошо. Что думаешь дальше делать? Ну, предложили же, там, можно отучиться. Да, я знаю. Что, да, я на завод все равно уже не судьба, это факт. То есть готов, готов принять, конечно, предложение, подучиться, пойдешь работать, да? Да, да, смело. Я считаю, что если мы когда-то принимали присягу Российской Федерации, мы не должны сидеть просто. Ну, это тебе от сибирских предпринимателей. Пусть будет плюсом к тому, что государство сделало. Они свои большие учредили, я считаю, что это правильное дело. Приятный трофей плюсом. Хорошо? Да. Давай, держись. Упорство.